Ну-ка, дай-ка посмотреть. Вот, да у него дол. Да сам ты дол. Это настоящий кровосток. Здорово, комрады. Сегодня представляю вашему вниманию нож компании Steelview. Bruiser 500. Вот такой замечательный нож. Что в нем хорошего? Нож сделан полностью в Европе, в Италии. Сталь стоит К110. Это австрийская высокоуглеродистая сталь. Хрома в ней 12%. Хорошая сталюга. Клинок имеет ПВД покрытие. Черное, антибликовое, тактическое. Рукоять G10. Замок лайнер. Открывается либо за флиппер, либо за вейв. Клипса имеет 4 положения. Двух сторон, тип-даун, тип-ап. В кармане, если на клипсе, нож смотрится вот так вот. Стеклобой с отверстием под тепляк. И к этому ножу идут ножны из кордуры. То есть можно подвешивать на пояс, либо на моле под разными углами. По цене этот нож относится к премиум сегменту. Стоит порядка 10-12 тысяч на момент съемок. Но на сайте Z-Knife цена на него минимальная. Так что рекомендую. Нож Bruiser 500.